Всем привет! Вы смотрите канал Новости Спорта. Немецкий гонщик команды Mercedes Ника Росберг выиграл гонку в Японии и оторвался от ближайшего преследователя в личном зачете уже на 33 очка. Второе место досталось пилоту команды Red Bull 19-летнему Максу Ферстаппену. Третье место за пилотом команды Mercedes Льюисом Хэмилтоном. Пилоты Mercedes принесли в копилку своей конюшне 40 очков, в то время как их ближайшие преследователи из команды Red Bull раздобыли всего лишь 26 очков. Таким образом, команда Mercedes досрочно и в третий раз подряд стала обладателем Кубка конструкторов Формулы 1. Кроме того, после сегодняшней гонки стало известно, что и кубок в личном зачете также достается пилоту команды Mercedes. После победы Росберга и шестого места Даниэля Рикардо между этими пилотами установилась разница в 101 очко, что не позволит пилоту Red Bull догнать немца за 4 гонки до конца сезона. Если видео вам понравилось и было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!